На концерте самобытные поэты всех возрастов выступали со своими лучшими произведениями, часть которых была опубликована в различных альманахах и сборниках. Некоторые поэты в 2018 году стали лауреатами областных конкурсов. По мнению председателя литературного объединения имени Шкулева Алексея Павловича Зименкова, год выдался успешным и плодотворным. За этот год вышло более десятка коллективных и авторских сборников наших шкулевцев. В этом году два члена нашего литературного объединения стало дипломантами губернаторских литературных премий имени Рождественского и имени Пришвина. Лауреат областных, всероссийских и даже международного поэтических конкурсов Анна Косенкова начала посещать литературные студии с 8 лет. До кружка «Акцент», который существует при объединении имени Шкулева, она посещала мастерскую слова в Видновской гимназии. На данный момент поэтессе всего 14 лет. По мнению руководителей, девочка очень талантлива. Она творит в японском жанре хайку, который, по собственному признанию, открыла для себя случайно. У меня был альбом с рисунками, и под одним из рисунков я сделала подпись. А позже выяснилось, что это хайку. Об этом мне рассказали мои руководители Лодинова Галина Трофимовна и Зименков Алексей Павлович. Молодых авторов в литературном объединении становится все больше. Однако в поэтическом творчестве понятия смены поколений вовсе не существует. Потому что трудиться в нем можно в любом возрасте и в любом направлении. Внучка у меня вчера спросила, это радость хмурое ненастье, та, что прибавляет жизни силы. Большим событием для авторов в этом году стало открытие двух литературных объединений в поселках Развилка и Горки Ленинские. В следующем году поэты Видновского края смогут прибавить еще больше своих работ в копилку творческих успехов Ленинского района. Арсений Аргазянский, Сергей Ларин, Видное ТВ.